Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в выпуске. Сказано, но будет ли сделано? Как «Республика» выполняет свои обязательства перед детьми и педагогами? Вверх по накатанной. На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с повышением цен на продукты. За рыбацким счастьем на тонкий лед. Сотрудники МЧС вышли в рейд, чтобы предупредить людей о возможной опасности. До конца года в Чувашии должны сдать 12 дошкольных учреждений. Уложатся ли строители в срок, кто будет работать в новых детсадах и, главное, какую зарплату будут получать? Об этом говорили на еженедельном совещании у главы Чувашии. Все обязательства, которые берет на себя правительство республики, должны неукоснительно выполняться, еще раз напомнил Михаил Игнатьев, предваряя разговор. На этот раз речь шла о строительстве детских садов и о выполнении майского указа президента страны, касающегося уровня заработной платы по отрасли образования. Из запланированных на этот год 15 дошкольных учреждений введены в эксплуатацию 3. На остальных ведутся работы, есть ряд проблемных объектов, но до конца года все детские сады будут сданы. Вопрос об уровне заработной платы педагогических работников сложнее. Как сообщил министр образования, Чувашия с 2012 года шел постепенный планомерный рост оплаты труда воспитателей и учителей. В 2013 году средняя заработная плата за четвертый квартал достигла соответственно 20 тысяч и 23,5 тысяч рублей. План на первый квартал 2014 года был составлен с учетом необходимости недопущения резкого падения заработной платы педагогов в начале года, а также с учетом прогноза средней заработной платы по республике в целом на 2014 год, который по состоянию на начало года равнялся 22 тысячам рублей. Таким образом, средняя заработная плата педагогов детских садов за первый квартал 2014 года составила 19,5 тысяч рублей, а педагогов школ 21,5 тысячи рублей. Впоследствии целевые значения заработной платы корректировались с учетом меняющегося уровня средней заработной платы по Чувашии. С октября он установлен в размере 21 250 рублей. Конечно, это вот уравнение с тремя переменными. Зарплата воспитателей зависит от зарплаты общего образования. Зарплата общего образования зависит от зарплаты педагогического состава, а зарплата педагогического состава зарплата зависит от средней по экономике. Тут три уравнения, вернее, уравнение с тремя неизвестными параметры каждый раз приходится вот это соотносить. Это не оправдание, это просто попытка сказать, что резкий рост сегодня замедляется, идет увеличение зарплаты идет, но она идет не такими большими темпами, как 2012-2013 годы. И педагогическим работникам, мы сегодня дошкольными педагогическими работниками, руководителями образовательных, дошкольных образовательных организаций проводим соответствующую разъяснительную работу, объясняем, что в целом мы выполняем, но то, что произошло в начале 2014 года, и мы среагировали его очень поздно, это ответственность Министерства образования, я на себя беру, с марта месяца нам приходится сегодня в ручном режиме жестко регулировать уровень зарплаты в разрезе и муниципалитетов, и в разрезе образовательных организаций. Такая же ситуация и с учителями. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Олег Марков проинформировал о ситуации в Алаторе, где 20 ноября в связи с резким понижением уровня воды в Суре было временно остановлено водоснабжение. Причиной понижения уровня воды явилось уменьшение сброса из Пензенского водохранилища. Изучив ситуацию на место, было принято техническое решение по проведению углубительных работ и была привлечена специализированная техника. Организована работа была в круглосуточном аварийном режиме по прорубке желоба, бетонной полки ковша. Это вход водозаборный, значит, на станцию, который был необходим для пропуска воды при понижении в реке Сура. На сегодняшний день уровень воды в ковше выше критического и составляет почти 60 сантиметров. Водоснабжение города Алатырь осуществляется в штатном режиме. Ограничения подачи водоснабжения нет. Также руководитель Минстроя сообщил о том, что на сегодняшний день без теплоснабжения остался один дом в Цивильске из-за перевода на индивидуальное отопление. Подключить его к теплу обещают уже завтра, 25 ноября. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. На совещании у главы Чувашии обсудили и результаты мониторинга продовольственного рынка в республике. Сегодня в Чувашии ситуация достаточно стабильная, дефицита продуктов не наблюдается. Но на какие-то продукты цены все-таки повысились. Об этом более предметно говорили уже на заседании оперативного штаба, который провел премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
По данным Чувашстата, к октябрю 2014 года инфляция в республике составила 6,6%. Это ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Наибольший рост цен зарегистрирован на гречневую крупу. Ее стоимость выросла в 1,7 раза. Мониторим гречку, крупу гречневую в 8 предприятиях розничной торговли. Вот на пятницу предыдущей недели цены не изменились только в одном торговом комплексе, это центральный, повысились 2 пятерочки и магните, и не было гречки той, которую мы наблюдали, это в органике, Аконде, Тутлахе, Перекрестке и Смаке, только дорогая. То есть в 3 вообще не было никакой гречки. Мониторинг социально значимых товаров показывает, что цены выросли не только на гречку. Вполне ожидаемо подорожали привозные продукты. Об этом говорили еще в начале лета. Потребительские цены у нас достаточно серьезно растут. Я здесь не показываю, а вообще порядка 10% с начала года. Среди социально значимых продуктов питания имеет место рост цен на такие, как следующий слайд. Это мясо, кур, рыба соленая, яйца столовые, яблоки. Свинина немного, масло сливочное, сметана, ну и ряд цен, которые вот вы видите, и ряд продуктов питания, которым цены снизились. Среди прочих, вот лидер это крупа гречневая. Ну, причиной это является в том числе и смена поставщиков в республику продуктов питания. Это как, ну, в частности, например, по фруктам произошло, если раньше из Испании мы завозили, то сегодня там с Аргентины заводим, если раньше норвежскую мы рыбу завозили, по рыбам я имею в виду, то сейчас это с Мурманска. Подскочила цена и на продукцию местных производителей. Так, помидоры и огурцы одной из чувашских фирм, по данным Минэкономразвития, выросли в 3 раза. Растут цены на капусту белокочанную, на яблоки, морковь, лук репчатый. По ряду продуктов это выражается в копейках или в нескольких рублях. Но все же. Достаточно стабильная цена пока сохраняется на пшеничную муку, хлеб. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Алексей Самаркин, увеличились цены и на сырое молоко. В ведомстве говорят, что это сезонное явление. Рост составил чуть более 27%. Тем не менее, это повлекло рост цен на масло, сливки, сыры. Премьер-министр Чувашии поручил не только проводить мониторинг, тщательно анализировать его результаты, но и усилить меры для стабилизации цен. Уже запланирована оптовая ярмарка, где будут заключаться договора между поставщиками и представителями торговых организаций по приемлемым ценам. В республике продолжается акция «Выбирай местное, покупай родное», которая позволит поближе познакомить сельхозтоваропроизводителей и потребителей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Коллектив Тринкосинской школы Чебоксарского района отметил 25-летие. Поздравить педагогов и учеников с юбилеем приехал министр информационной политики и массовых коммуникаций Республики Александр Иванов. 25 лет назад на этом месте располагались колхозные поля. Поселок нуждался в школе, и было принято решение начать стройку. Сейчас Тринкосинскую школу считают одной из самых перспективных. Поздравление коллективу прислал глава республики. Александр Иванов вручил специальный подарок – сертификат на приобретение оборудования для пищеблока на 50 тысяч рублей. Дорогие учителя, ученики, работники и выпускники Тринкосинской средней общеобразовательной школы. Поздравляю вас с 25-летним образованием учебного заведения. Для каждого человека родная школа очень дорога. Здесь он получает первые научные знания об окружающем его мире. Учится нести ответственность за свои поступки. Любить свою страну, творить добро, быть счастливым и жить в гармонии. Грамоты, дипломы и кубки. За 25 лет их накопилось огромное количество. И администрация школы решила собрать их в одном месте – в кабинете истории школы. Здесь мы зафиксировали всю историю, скажем, нашей жизни за 25 лет. Она, на самом деле, очень была насыщенной. Очень много фактов, событий за эти 25 лет. И, наверное, я частенько перед своими, скажем, учителями, родителями говорю, может быть, преувеличиваю. Я говорю, вот у нас за эти 25 лет столько фактов, столько событий, что, я говорю, другая школа за 50-100 лет не наберет. Открытие комнаты истории – не единственный подарок к юбилею. Готовясь к празднику, администрация школы выпустила книгу о школьной жизни. Мои воспоминания самые отличные.
Школа строилась на пустыре. Но вот строительство этой школы закладывалось наверняка давно. И вообще я считаю, что Тринкосинская школа – это флагман сельских школ республики. Какое бы ни было мероприятие, Тринкосинская школа на первом месте. Какое бы ни было соревнование, Тринкосинская школа на первом месте. Но школа – это не только учеба. Из года в год ее ученики становятся как призерами, так и победителями районных и республиканских соревнований по различным видам спорта. Это школа, где впервые появилась секция вольной борьбы среди девушек в районе. Это исторический факт. И это девушки наши выступали на республиканских соревнованиях и успешно на российских соревнованиях. Это очень здорово. Особая гордость школы – хореографическая студия «Сияние». Ее танцоры – тоже призеры различных фестивалей. Не каждую школу ученики называют вторым домом. Мне нравится учиться в Тринкосинской школе. Я считаю, то, что она самая лучшая в районе. У нас проходит в нашей школе замечательные учителя. Я поздравляю школу с 25-летием, желаю ей успеха, процветания. Хочу сказать спасибо родителям и учителям за то, что они воспитали. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Чувашию в очередной раз посетила делегация из Турции. Целью визита – ознакомиться с торгово-экономической сферой республики, сферой культуры и образования для дальнейшего сотрудничества. С делегацией в Доме правительства встретился председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин. Географические границы сотрудничества Чувашии с Турцией, возможно, в ближайшее время расширятся. О желании совместной работы заявили представители одной из провинций Турции Эскишехир. На встрече говорили об установлении партнерских отношений между университетами республики и Турции. Две страны обсудили и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Для начала турецкие предприниматели хотят поближе познакомиться с нашей республикой. Поэтому правительство планирует организовать отдельную встречу с потенциальными инвесторами. Возможно, что в ближайшей перспективе республику с официальной визитом посетит посол Турецкой Республики в Российской Федерации. Не каждый водоем покрылся прочным слоем льда, но людей это не пугает. В эти выходные спасатели вновь посетили клевые места, чтобы напомнить тем, кто стремится за рыбацким счастьем, правила безопасности. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Лед еще не успел окрепнуть, а акваторию Чебоксарского залива уже оккупировали рыбаки. Обычно по выходным здесь собираются более 40 человек. Причем приходят сюда не только представители сильной половины. Открыть сезон подледной ловли решилась и Таисия Судакова, что, впрочем, с такой фамилией неудивительно. Вообще, удочку в своей дамской сумке она всегда носит наготове. А давно уже рыбачите? Я лет 10. Зимний. А летний с детства. И с папой ходила, когда маленькая была. Откуда такая страсть к рыбалке? Не знаю. Интересно. Нетерпение рыбаков понятно, однако толщина льда в некоторых местах не превышает и 5 сантиметров. Большую опасность представляют и так называемые родники. Вот такие дыры на льду появляются из-за газов, которые образуются под водой. Но любителей зимней рыбалки не пугает ничего. Те, кто приходит сюда уже не первый год, отлично ориентируются в этих местах. Воды нет. Вот еще спустились. Обычно вот этот пенек не видать. Но бывает, что удача отворачивается даже от опытных рыбаков. На днях в Татарстане сняли с оторвавшихся льдин более 100 человек, а в Мариэл ранняя рыбалка закончилась трагедией. Два рыбака провалились, потом тоже так же, любитель, вот недавно. А рядом, которые сидели, решили помочь. Три человека. В итоге все пятеро провалились. Двое так и погибли, а трое до сих пор в реанимации с переохлаждениями. Инспекторы ГИМС раздают рыбакам вот такие памятки, где подробно описано, как себя вести на льду. Ведомства отмечают, что бурить лунки на водоемах будет безопасно, когда толщина льдовой корки превысит 7 сантиметров. Дмитрий Ковалев, Республика. Сразу после нашего выпуска в эфир выйдет программа «По существу». Заместитель начальника управления дорог «Волга» Федерального дорожного агентства Сергей Мартынов расскажет о состоянии и содержании дорог федерального значения. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания.